Игнатович Александр Михайлович, заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Чалского районного исполнительного комитета. Награждённый, просим оставаться на сцене. Козлов Андрей Леонидович, прораб Чалского унитарного коммунального дочерного производственного предприятия «Эленстрой». За многолетний добросовестный труд, высокий уровень профессионализма и в связи с профессиональным праздником Днем строителя, благодарность Чалского районного исполнительного комитета объявляется Кепиной Ольге Сергеевне, начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Чалского районного исполнительного комитета. А почему аплодисменты звуки? Пушкину Сергею Николаевичу, плотнику 4-го разряда частного унитарного коммунального дочерного производственного предприятия «Эленстрой». Работа Ольги Сергеевны, специалиста по материально-техническому снабжению частного унитарного коммунального дочерного производственного предприятия «Эленстрой». Суховаровой Татьяне Андреевне, бухгалтера частного унитарного коммунального дочерного производственного предприятия «Эленстрой». Алданову Станиславу Михайловичу, станочнику дерева обрабатывающих станков 4-го разряда частного унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз». Иванову Александру Александровичу, электросварщику ручной сварки открытого акционерного общества «Завод железобетонных изделий». Просим встать.